У Столыпина есть замечательное изречение по поводу России, как он говорит, что им нужны великие потрясения, нам нужна великая Россия. Я считаю, что наша страна сейчас стоит на таком пути, который приведет нас либо в бездну, либо приведет нас действительно на вершину экономики и на вершину мира, как это было более 100 лет назад.